Праздник Великой Победы отметили и велогонщики. У драмтеатра стартовала 33-я многодневная велосипедная гонка, в рамках которой прошел традиционный мемориал заслуженного тренера СССР Леонида Живодерова. Он воспитал более 100 мастеров спорта, включая олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Потребность в определенных соревнованиях по этому виду спорта, и когда они проводятся именно в такую знаменательную дату, как День Победы, это вдвойне и втройне, там, не знаю, десятерне приятно, что эти соревнования посвящены великому празднику Победы. И еще то, что они посвящены великому человеку, одному из основателей Омской велосипедной школы Леониду Ивановичу Живодерову, это тоже очень символично и очень памятно, потому что человек отдал этому виду спорта всю свою жизнь. Несмотря на полную готовность велосипедистов к старту драмтеатра, церемонию открытия мемориала не завершили без чествования ветеранов спорта и патриотических танцевальных номеров. Традиционные старты собирают в Омске порядка 100 спортсменов. Хозяева трассы «Амичи» знают дистанцию не по наслышке, и за результаты критериума не боятся. Участвую 4-й раз. Ну, готовился с января месяца. Тяжелее всего, наверное, командная гонка и раздельный старт. Проще групповая гонка. Многодневка началась в День Победы и продлится до 15 мая. За эту неделю спортсмены преодолеют раздельный старт, групповые и командные гонки, а также критериум. Долго готовились с января месяца. В Крыму находились на сборах. В принципе, готовы гонки. Погодные условия идеальны для прохождения всех дистанций какие? Чтобы не было ветра. Также солнечно, тепло. Но сейчас ветер довольно-таки сильный, не очень хорошо будет. Готовились где-то месяц. Ну, во всех на многодневках участвуем. Сейчас выиграть приехали. Массовый старт драмтеатра на 33 километра станет одним из 6 испытаний многодневки. Другие заезды пройдут у арены Омск и на автодороге Звонарев-Кут.